Во вторник в Самарской области будет пасмурно, выпадет снег. Температура воздуха в дневное время 0-3 градуса, ночью -3-5. Ветер преимущественно восточного направления будет дуть со скоростью 3-5 метров в секунду. В Сызрани небо закроет тучи, в течение дня будет идти снег. Днем 0, ночью -4 градуса. Ветер восточный, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти пасмурно, осадки в виде небольшого снега. Днем -1, ночью -5 градусов. Восточный ветер 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно, выпадет снег. Днем -2 градуса, ночью -4. Ветер восточного направления 4 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 77%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.